Наш лечебный конвейер состоит из 39 медицинских приборов и аппаратов. Переходя от одного аппарата к другому, человек совершенствует свое зрение. Одним из этапов лечения косоглазия является развитие фузионных резервов. Это можно произвести при помощи аппарата «Елочка». Принципом лечения является представление глазу призм различной силы. Что при этом происходит? Посмотрите, пожалуйста, на схему. Взгляду представляется изображение. Два глаза смотрят одновременно, в данном случае на елочку. Информация поступает в головной мозг. Головной мозг видит одну елочку. После того, как глазу приставить призму, основанием расположенному к виску, происходит сдвиг изображения вправо. И в головной мозг поступает два изображения, две елочки. Задача головного мозга – соединить эти изображения и удерживать как можно дольше одно изображение. На нашем сайте в разделе «Домашний университет» профессора Дембского, посмотрев 35-й урок, можно подробно изучить ход лучей через призму. В аппарат вставлен призменный компенсатор, в котором призмы движутся при помощи мотора, что меняет силу призм плавно и непрерывно. Эту методику разработал Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. И данная методика успешно применяется в нашем центре. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте или на канале в YouTube.